Скажет, как дела, братишка, малыш, зацени. То есть что заходил Тенпенни? Скажет, что мелкого хорька, одного из тех боссов, которых с паровозом завалили, хоронят. И там будут все гангстеры. На похоронах? Точно, мы всех нигеров за это возьмем за один раз. И как дела? Чё как дела? На похоронах. Прям как на мамина. Пошли, разберём с этими ублюдками. Слушай, пора начать делать дела по-крупному. То есть там одного чувака, мы звали кучу народу, но хоронят одного, заслабить грустит на карте. Ладно, поехали. Сзади чел в черной рубашке такой срок. Кстати, орлики, да, всем привет. Извините, что серия немножко ночная. Только собрался что-то снять, все никак у меня не получалось. Я, кстати, с первого раз тупанул. Это дело, у меня звук не записывался, поэтому я сразу сначала видео перезаписал. Садитесь в машину. Я вот не могу не кричать, я посмотрел даже монтаж, и надо будет с настройками что-то придумать. Потому что вот раньше у нас как было, что. Ну, как раньше, то есть, вот еще недавно. Подвинь кладчел с пулькер сзади, перекроем проход. Окей, не тот это с фронт-ярда. Да, понимаешь, проблем, он просто не появится. В общем, все в сборе, мы едем на кладбище. Так вот, надо настроить. Просто я не могу не кричать, когда я записываю. Я не умею так. Я всегда, если я вижу микрофон, у меня оно само включается, сдерживать себя и говорить вот так вот тихо. Я не могу, для меня это очень, как сказать, нет, трудно, это не то слово, невозможно, вот. Кстати, в Макдональдсе новый бургер появился, у меня такой соблазн. Ребят, мы еще не приехали, давайте по стелсу. У меня такой соблазн был пойти за ним. Не могу вспомнить, как называется, но там какая-то сырная штука такая, как вам сказать, котлета такая, но сырная. И еще бекон и лук, в общем, что-то это выглядит очень вкусно. Правда, стоит как Big Tasty. И тут как бы ты смотришь на это и думаешь, что может быть лучше оставиться на Big Tasty. Я даже сейчас думаю, что, а может все-таки сходить, потому что так тянет. Слушай, вы знаете, Макдональдс, вообще фастфуд это зло. Ты вот бывает, не ешь долго, ты отвыкаешь. Потом, и тут как назло, везде красный свет. Это, возможно, игра намекает, типа, не иди в Макдональдс, не надо. Евген, не надо. Да твою мать! Я не виноват, он сам начал разворачиваться. Зачем? На ровном месте. В общем, мы приехали на кладбище, я сейчас об этом думаю. И вроде как я и сыт, как бы. Кот сыт, и потому что кот сыт, и он идет сыт. И я тоже сыт, поэтому... Да, здравствуйте. Ладно, СиДжей, двигай сюда. Так, печь чистить. Я осилил. Интересно, разрабы-то учитывали это, когда, ну, делали меня жирным? То есть я, кстати, думаю переодеться, так будет интереснее. Все занимайте свои места, ждем Кейна. Нажмите, чтобы гайд бань следовать за вами. Хорошо, я понял, давайте. Но все-таки графика так изменилась. Я не думаю, что с ЕНБМ... Не, ну я знаю, я смотрел видео у Рыжего буквально, ну, пока ждал. В общем, буквально пару минут назад. И он там разбирал моды, и все равно, даже с самыми топовыми модами, ну, не выглядит игра так же. Даже вот здесь, кстати, мультяшный стиль не особо чувствуется. Боже, циклон опять бронежилет. Но и пульс засраться не завалишь. Тут еще и вроде полиция какая-то. Ладно, СиДжей. Потому что, Кейн, мы ждем с остальными придурками. Я себя еще чувствую так, ну, не знаю, странно, потому что... Я и спал мало последние дни. Серьезно, это была полиция? Потому что всеми хочется тусить. Я вчера смотрел видео про зумеров, про разные поколения и разницу между ними. Там какое-то интервью, которое давала Екатерина Шульман, моя крошиха. Булосы! Вас уже ничто не спасет. Видишь эту могилу, чел, ты туда упадешь. Поэтому я себя чувствую не очень. Ну так, ты как бы норм, но могло быть и лучше. Сюк, ребят, помогайте! Вы для чего тут? Где тот засранец? Везде. Он меня хотел с ноги взять! Не, ну вы это видели? Красавчика убил, это в планы не входил. Да... Красавчик должен был прятаться лучше. И в общем, что я могу сказать? Я зумер. Может быть, кому-то покажется. Почему-то люди часто думают, что я, как вам это сказать, миллениал. Ну, то есть, что... Я не знаю, что они думают насчет моего возраста, но что я играл там в Дэнди, там, что мне все это вот знакомо, что я там фанат Дэнди. Меня сейчас спрашивают, там, что ты в платформер не поиграешь? Это же вот детство и ностальгия. И многие люди, которые старше меня, обламываются, что для меня это не детство, нифига не ностальгия. Потому что, ну, никогда я не бил платформы, у меня в детстве не было Дэнди, как Сеги.
И мне кажется, у людей идет такой когнитивный диссонанс. На меня смотрят и думают, что я какой-нибудь олд прям совсем, а я зумер, как бы для меня. Для меня вот ремастер GTA, потому что это более каноничная штука, чем оригинал. Потому что я в оригинал вообще не играл, как в моем детстве его не было. То есть, когда я играл на компе, уже вот четвертый выходил. Четвертая GTA. И для меня, допустим, четвертая GTA более каноничная и привычная. Ладно, повторим, давайте теперь резви. О, ребят, прям в могилу падают. Вот так и надо, вот это по красоте. Вот этого я понимаю. Да ты заебал, ты можешь не бегать? Сюк, ты можешь не бегать? Слушай, а может его как-то... Давайте его просто цветами забьем. Грустный это всегда, клёвый СиДжей. Я тут тоже для обхода, вы, ребят, добивайте баллосов. О, наши приехали. Наши могли сразу приехать, прям вот изначально. С кем покончили? С оставшимися членами его банды. Члены, идите сюда. Я с вами разбираюсь. Ребят, вы можете помогать или подвинуться? В общем, сделайте что-то полезное, или это не наше? Дробовик, блин, отдай мне патроны под него. Стоят дороже, чем твоя жизнь. Садись в машину и отвезите красавчика домой. Эту машину? Красавчик, прыгай в тачку. А, другая машина, извините, я напутал. В общем, да, я об этом думал, просто я зумер, для меня, я привык к сюжетным играм, всему такому, я Дэдди в глаза никогда не видел вживую, и не играл, тем более, не люблю, поэтому я себя чувствую, знаете, это ну, как мне то, что, так, там надпись, что кто-то мертв, я надеюсь, это не фейл, ладно, вроде нет, черт, нам бы через звезду проехать, а то у меня трояк, у меня три звезды, а, вы не видите, у меня вебка закрывает. Черт, я уверен, что кто-то... Или не закрывает, я подвину вниз. Я в первой серии, когда делал, не подумал, что вебку нужно будет прятать. В общем, вот такое вот. Я смотрел видео и думал, что... И думал, что я это знал, но решил... Но посмотрел видео и убедился, что я как бы зумер от мозга и костей. Я вообще не менял. Не думер, тем более. Знаете, как обидно, когда тебе говорят, что ты думер. Думер это... Я даже не знаю, кто... 2000-х, что ли? Ну, типа, что моя взрослая жизнь прошла в 2000-х. Это фига не так, мне в 2000-х было 5 лет. В 2000-м году мне было 5 лет, если... Нет, меньше даже. Мне было 4. А те... А и поэтому ко мне говорят, что я думер, я такой. Меня... Не то, что мне обиды и бесит, и все сразу. Потому что нифига не так. Я зумер. То есть у меня с 20-летними больше общего, чем с теми, кто старше. Мы всем там показали, всем дам залечь на дно, весь день мы не виделись, ясно? Увидимся позже, Карл. А кто будет спрашивать? Блин, полиция приехала, видимо, спрашивать уже. Ребята, это не вы на похоронах были? Нет, нет, сэр, нет, это будет не мы. Так, ладно, я сохранюсь и поеду дальше. Наконец-то за эту эмунацию просрут деньги. У нас вот есть деньги, а броник все куплю, который у меня немножко обкончался. И поедем дальше. Пришла пора приодеться! Посмотрим, торс! Ну... Дайте рубашку в клетку. Правда, дикая банальщина, но тут нет красивой одежды, это же... Блять... Это так задумано, она в любом случае рубашка как бы странная. То есть у них вообще нет других размеров? Ну ладно. Да, мне кажется, вот эта бандана особенно хорошо подходит СиДжею. Подчеркивает цвет глаз, если вы понимаете, о чем я. Ну что, все, мы оделись. Я, кроме банданы и рубашки, в принципе, ничего покупать не стал. Так что можно идти. Да, ребят, в Рос-Сантосе вообще-то жарко. Поэтому я подумал, что чтобы яйца не потели... А, это я устроился. Сколько наших ребят ходит по улицам? Это огонь, они что, на войну собрались? Не, они, видимо, все за трусами в сердечки идут, за своим героем Эй-Джеем. Так что... Ой, то есть Си-Джеем, сорян, напутал. Так, теперь за оружием и на задание. Ну, мы встретимся уже на задании. Карл, проклятие! Куда ты? А зачем он приехал сюда? Куда ты намылился, Карл? Я думал, что мы друзья. А зачем он приехал сюда, если он же знал, что я тут? Как полицейский ответ за борьбу с гангстерским насилием. Я стою перед нелегким нравственным выбором, Карл. А, как же. Карл, я обиделся, честно. И это именно тогда, когда собирался помочь с этим беднягам с Гроув-стрит. Там дерьким же образом.
Оделся, скукал. Мне нравится, как все тупые ублюдки делают за меня, там работу грязную, кишки друг другу пускаете. Тупые ублюдки? И теперь ко мне сообщают, что одна получает несправедливое преимущество перед другой. Это меня серьезно беспокоит, Карл. Что ты имеешь в виду, мужик? Я говорю, что у Баллс есть мозги, Карл, и они их используют. Заключают сделки, обзывают серьезным снаряжением для серьезных дел. Очень много дешевых пушек в Америке стало. Может, хватит гнать лабуду, мужик? А ты, наверное, на товарооборот в портовом зоне, Карл. Ты поймешь, что я имею в виду? Ну ладно, береги себя. Обязательно. Да, отправляйтесь в порт, где сейчас заключается сделка между русской мафией и бандой Баллас. Я не знаю, может, в KFC зайти поесть? Нет, давайте похудеем. Мне кажется, давайте цель прохождения будет похудение. То есть мы раскормили Карла до каких-то невозможных размеров, плюс пусть и с читами. Кстати, я удивлен, что чит в итоге сохранился. Но у нас жирность 100%. Если честно, я даже не знаю, как ее сбрасывать. Сексуальность при этом 2%. То есть все, короче, могло быть лучше. Обычно, чем меньше мест в машине, тем быстрее она едет. Поехали. На складе стрелка между русскими и Баллас. Русские! Я, кстати, не знал, что в Сан-Андреасе есть русские. Это была, видимо, отсылка на GTA 4. Ну, то есть, как, они уже продумали. Нужно придумать, как пробраться внутрь. А через ворота... Нельзя просто взять и вот через ворота пройти, нет? Это слишком просто, видимо. Слишком просто. Ладно, давайте сделаем, как получится. Контрольная точка. Пробраться как? Ну, вот, типа, вот я пробрался, как видите. Мне кажется, на меня уже хотят быкануть. Бык! Эй, ты такой, мать твою! О, там автоматы! Постойте, у меня идея. Машина не взорвалась. Поставь, он стреляет куда угодно, но только налево. Так, я думаю, пора бежать. Неизвестно, сколько еще машина решит не взрываться. Но мы победили всех русских, так что... Кстати, броник был халявный здесь. Тот момент, когда игра пытается о тебе беспокоиться, но ты, блин, привык, что GTA всегда на тебя срать. Дверь заперта, возможно, если сломать куда-то из окон, она откроется. А, нужно придумать, как пробраться, но на самом деле... А, ну вот, половина броника. Ах ты, сука! Нет, ну наконец-то у нас есть нормальное оружие. Понимаете, как называют деньги бумагой? Так, давай, нельзя дать им, нельзя... Сейчас погоди, да твою мать, перезарядка, как всегда, не море. Погоди, я сейчас за броником сбегаю. Ну, наверное, так и задумано. А вот! А в оригинале тоже постоянно ты зависал в текстурах? Вот все-таки броник не зря, не зря. Здоровье мне не вернут, но зато броник. Нет, стрельба, кстати, до сих пор говно. Возможно, на ПК она получше. Но на ПК, как я уже говорил... О, это тоже мне. Но на ПК, как я говорю, игра запломбирована. О, еще броник. Так нахрена я бегал? Вбей. Не, на самом деле, ладно. Если приноровиться на PS5, стрелять в принципе норм. О, смотри. Сейчас, постой, тут увидите, как я тут станция, а я чуть-чуть вожу курком. Или как называется? О, минус 2, а еще кто-то есть? Кто-то может и есть, но мне пока и так норм. Идем как спецназ, давайте понемножку поворачиваемся. Кто-то бихает, сейчас, погожди. Прицеливание, на удивление, очень точное. Буквально ювелирное. Постой, чувак, промахивайся дальше. Идеально. Слушайте, возможно, что-то все-таки можно поменять. Помощь при прицеливании. Больше, меньше. А можно просто сделать управление более, ну, нормальным? Чувствительность прицела от первого лица? А такой, а, это, видимо, когда-то близко. Давайте чувствительность, наоборот, снизим. Стало ли так лучше? Да хрен знает, я пока не понял. Ну, вроде да. Ну, вообще, это странно играть на... Вообще, GTA чисто консольная игра, кто не знал. Вот она, рыба моей мечты, вот она.
Вот, ребят, портрет настоящего гангста. Едем наверх. Идем. Убейте русского торговца оружием, находящегося в офисе. Мне снесли брони. Я пошел, это американские. Я валю. Погоди, ребят, не стреляем. Патроны-то остались у меня? Стрелять определенно стало удобнее. Так, моя стрельба еще не очень ловкая. Кстати, мы не можем двигаться, когда стреляем. То есть у тебя выбор. Кто-то что, вплотную в меня стреляет? Просто кто-то прям очень точно по мне попадал. Иди сюда, иди сюда. Да твою мать. Нет, все-таки автоприцеливание мой выбор. Все, ну наконец-то. Он взял с машины, говорите, убейте его. Нет времени объяснять. Да твою мать, даже с таким прицелом. Как будто ничего не поменялось. Как было прицеливание в киселе, так и осталось. Тут поможет только мышь. Я видел одного чела здесь, но мы ничего, мы ему... Ну, мне просто бежать нужно было, там я даже не знаю, где машина. Так, я бегу. Он забрался в машину. Черт, а у меня нет машины. Ну, есть мотоцикл. Я терминатор. Давай, вперед. Давай, топи педаль газа, сука. О, слушай, не, я кажется, научился играть. И меня через минуту сбивает машина. Давай, давай. У нас патронов мало, сука. Я скоро не смогу стрелять. Братан, все, сворачивай. Черт, ну чувак, на укладе НП на уровне га. О, все, сейчас ему пизда будет, а миссия выпадет. Да. Ту-ту-ту-ту-ту. Правда, я на какой-то помойке оказался. Там граффити можно было нарисовать. Я, пожалуй, назад вернусь, нарисую. Понимаете, о чем думает бандит после того, как победил другого бандита? Так, на граффити нарисовать было. Ну, где-то тут. Ой, а тут что, броник сказал? Смотрите, там эффект шары вдалеке есть. Я не знаю, на PS2 он был. Такой эффект дымки, видно, как жарко. Он в реальной жизни бывает. Ладно, я не смог найти граффити, поэтому так пойдем. Кстати, как правильно, граффити или граффити? Я всегда говорю граффити. Но в последнее время люди как-то стали странно ставить ударения, либо, может быть, они ставят их правильно, а я нет. Ну ладно, ладно, все сложные разговоры. Дайте без сложных тем. Хэштег без сложных тем. Пойду сохранюсь домой и поеду дальше. Так, ну что? Трусоносец Си-Джей идет. О, воссоединение семей. Вот идеальный кадр для превьюшки. Вот это Men's Leg Spreading, как это называется. Черт, вот эта девка. Йо, как раз правильно пришел. Йо, Си-Джей, выруби гребаный тейк. Слушайте, парни, выруби порно. Как мы говорим, больше никакой дури на улицах. Но дурь только в домах, наконец-то. Вы, в Никите, мы должны снова объяснить парней. Мы уже долго травили наших парней дурью. Пока мы старались друг с другом. Так что все семьи собираются встретиться в мотеле у Джефферсона. Я считаю, что пришло время выйти и заявить прямо. Никакого крека на наших улицах. Никаких кряков. Крякать игры больше не будут, ребят. Мы отменяем торренты и крякнутые игры. Голосую за то, что буду правильно, да? Если будет пучком, если красавчик, что он сможет, значит я с ним. Ладно, представь, братишки, сделаем это. Тачек, пошли, чувак. Такое ощущение, что красавчик есть главный, что Си-Джей это вообще мальчик на побегушках. Красавчик есть главный мужик. Но при этом вот этот мужик, другой этот... Не красавчик, а как его зовут? Ну, короче, вот этот мужик, ну, вы поняли, который перед нами. А красавчик, который там в очках ходит. Ну, так... Почему он курит при этом, если, типа, шмаль вне закона или... А? Кстати, я вот никогда не... Отвезите, братан, отвечу, братан. Сейчас, погоди. Да я деньги возьму, погоди. Там 900 долларей накапало, надо больше районов захватывать. Богатый мой, эй, Си-Джей, ты знаешь, что снова разбить машину? Пошел ты нахуй, Райдер. Райдер, чувак, отвали от Си-Джей. Практически девочку поднял в стрит. Чувак, я просто прикалываюсь над малышом. Ты сам прикол ходячий, Райдер. Да ни хрена. Все, Райдер, забастай уже. Помните, мы воссоединяем семьи. Херню не страдайте. Спокойнее. Ты меня знаешь, красавчик, я спокоен, как Шаоринский монастырь. Тебя в первую очередь касается, Райдер. Слышь, я конечно. Красавчик просто хочет сказать, что ты прирожденный убийца, детка. Ты должен держать себя в руках и не кипятиться. Мы считаем, я понимаю, что он пытается сказать. Я всегда спокойный, дурачина. Эй, мы все это знаем.
Кажется, тут вовремя они поговорили, как бы, так, радио выключить, потому что иначе авторское право написано. Кстати, все видео, ну, не видео, а стримы все под авторским правом, но я же пошел на это, потому что Евген не меркантильный крыс, Евген хотел, чтобы атмосфера была сохранена. А сейчас я буду жадный. Сейчас я нарисую круг, ладно, здесь в этой игре это бесполезно. Но смотрите, они даже асфальт обновили, все, игра классно выглядит, кто бы что ни говорил. Меня пугает, я завтра хочу или послезавтра, как получится, в ломбард пойти сдать роутер. Я все-таки решил, что куплю новый роутер, чтобы стримы не лагали. Тут строго один представился от каждой банды. Будем ждать просто на всякий случай. А строго один представитель от банды. Спасибо, я тебе доверяю, этим парням тоже. Мне кажется, чувака сейчас убьют. Я стану главным. Я просто не помню сюжет. Мне нравится, чувак, посмотри на 7 других районов. Когда они все были Grove Street. Наслаждайся, мы хотим этого, не хотят этого. А ты как, паровоз? Ну как, я не по себе, ну все нормально. Ох, нам пизда. Видимо, ТНП не просто. Пальцо усался, всем оставаться на местах. Гров там, Grove for Life, мне нравится там надпись. Всем к выполнению приступить. Чувак, ты что делаешь? Кадай в тачку, валим отсюда, детка. Я не брошу брата, я не сыкло. Чувак, теперь каждый сам за себя. Это просто превьюшка можно. То есть, серьезно, мы сейчас будем со спецназом воевать? А я просто стою на фоне там, смотрите, я просто на фоне тут за этим мотель спросить. Так, я не буду здесь воевать, мы не палимся, хотя мы могли бы спалиться. В общем, немножко... Ой, твою мать, что творится? В общем, стрёмно мне немного... Я не знаю, мне всегда стрёмно идти в ломбард, с другой стороны, у меня выбор. Вот старый роутер, который у меня две штуки, они в идеальном состоянии, у меня выбор. Твою мать, ты откуда взялся, э? Джигит, откуда ты вылез? Так вот, чувак, а я тебя палю. Так вот, стрёмно, потому что, ну, мы с Лизой подумаем, что я как наркоман буду выглядеть, который сдает, ну, типа, ну, какую-то технику задёшево. Просто, ну, а что с ней делать, с этими роутерами? Просто у меня выбор выкинуть, просто выкинуть на помойку. Либо вот, вот так вот. Так, а я забыл, как менять оружие. Нет, это радио, это не та кнопка. Пытаешься вспомнить, как менять оружие? Всё, вспомнил! Я на секунду отошёл. Го-го-го! Кстати, да, я могу же точнее стоять. Я совсем забыл, что можно тут как бы есть нормально. Так, привет, чел, ты... Ой. Детка, тебе больно. Ох ты, я думаю, ей... Она самая стрёмная, и пофигу, с кем еба... Да. Жирный поцелуй сейчас был. Так, посмотрим. Здесь нигде никто не забыл там бронежилет или еще что-нибудь для деда. Ну, в общем, я все равно хочу сходить, чтобы... Бля, ребята отстреливаются, чтобы, так сказать, ну не выкидывать роутер. Просто у меня получилось, что у меня есть два роутера, и ну что с ними делать? И они вялые. Черт, копы заходят со спины! Это нечестно, бесчестные копы! Я убил своего, но, блин, а что делать было? Ребят, почему я могу всех завалить, а вы... О, он с деньгами! Кстати, дают обычно шанс, вот когда первый раз по тебе начинают стрелять, они обычно мажут, я вот заметил такую особенность. О, еще деньги, у нас 3666 долларей, если я не забыл вебку подвинуть. Сынок, мы... О, броник! Броник для Евгоника, все, у меня теперь полное здоровье, я молодец. Ну классно играть за жирного Сиджея в трусах, это так необычно. Я себя, знаете, в этой рубашке с трусами, я чувствую себя с собой, так у меня рубашка красноватого цвета. Ну вы знаете, это Life is Strange рубашка. Я как настоящий спецназ проверяю каждое помещение. В общем, немного как бы Славик немного очкует, но все-таки сделает. Я просто и раньше ходил в ломбарды, но... Запрашиваю подавляющий огонь туда. Но все равно как-то неприятно. Просто мне неприятно каждый раз, когда я приносил какие-то... Ну, помню, у меня папа телефон свой отдал кнопочный, потому что я ему iPhone купил. Ну и типа я сказал, что норм, если я как бы, ну что, его выкидывать? Он бы типа либо выкинут, либо лежать в шкафу будет. И на меня в ломбарде, ну как бы, мне сразу сказали, много не дадим, типа. Я такой, ну... Просто мне кажется стрёмно говорить, что, блин, ребят, у меня как бы выбор, что либо я на свалку сейчас понесу просто мусорный ящик, либо вам. Просто мне кажется, это как-то очень мерзко звучит, поэтому я так не могу сказать. Хотя по факту так и есть. И приходится выглядеть как наркоман. Ну просто, ну, я не знаю, может быть это стрёмно. Орлы, напишите в комментариях, стрёмно ли сдавать вещи в ломбард. Ну просто, мужик, а у тебя выбор стоит, типа, либо мусор, либо ломбард.
down, repeat, unit down. Give me some fucking cover fire. У нас потери, дайте мне, блять, подавляющий охон. О, нормально подавило. Чувак, ты живой еще? Мне кажется, живой. Просто обычно, если прицел не спал, то он живой. Хорошо, что я был готов. Так что вот, это моя, ну не то что дилемма, я пойду и сделаю это, я уже для себя все решил в этой жизни. Так, чел здесь, но мне нужно подготовиться, может быть, а тут есть броня? Броника нет, слушай, я немножко вперед продвинусь, зачищу дорогу. Вдруг там сверху броник есть? Нет, я уже вижу, что нет. Ну, такие миссии мне больше нравятся. Я, кстати, эту миссию не помню, бы обычная, а дальше этой миссии уже не проходил. Ну, то есть, предыдущих миссий. У тебя просто рейдер. Кинули они нас. Чё, валим нахрен. Ну, вот этот чел явно видно, что ровный. То есть, он вот сражался и сразу спрашивает, а где чуваки остальные? В общем, не знаю. Именно вот этот чел меня больше вызывает. Это полицейская компания «Санта», все остался на своих местах. Действительно, давайте просто идти мирно по крыше прилетать. Все, вертушка нас прессует, валим ее. Что нужно делать, когда тебя прессует вертушка? Правильно, валите. Сиджей, давай! Это вертолет один, у нас огонь земной, у нас земной огонь. Это прикол какой-то в плане автоприцеления. Бей вертолет, он нас окружает. Так, падаю. Почему-то мы вообще это невозможно, но мне это понравилось. Красавчик вообще урона не получил. Ну да, весь урон я забрал на себя, конечно. Красавчик, то есть он красавчик. Мне казалось, что красавчик это в очках. Просто я бы не сказал, что он красавчик, у него какое-то лицо, шарпе или, ну, бульдог, какой-то собаки, в общем. Я не разбираюсь в этих ваших собак. Вот в котиках я разбираюсь. Сибирского кота, берманского я отличил. Это паровоз и райдер! Да, сейчас они скажут, что все заранее было так им задумано. Садитесь! А и будут кредит себе брать. Да видно газ! О, будем отстреливаться из тачки! Да, давай! Классная миссия! Чувак, у меня патроны качаются, у меня тут калаш! Ты взял эту эмо, так черт! Почему мне этого не давай? Сиджей, прикрой тылы. Я пытаюсь, но как бы... О, вот это мне нравится, деду. Че, ты еще бы, чуть-чуть. Чувак, тут жарко, все хуже и хуже. Это как Третья мировая война. Эй, Сиджей, слева. Что там слева? Слева от тебя или от меня? Да знаю, просто стреляю вообще во все стороны. О, владение камнем прокачали. Ну, типа базовое. О, это не лево, братан, это право. Как, они тут везде. Yes, минус один. И еще владение АК. То есть АК у нас АК превратился просто в пулемет. Ох ты твою мать. Жаль, хороший был пончик. Мне бы отдались, в перекрестке пончиков нет. Я просто пончики обычно в перекрестке кажется. Один из них уже слил. Ну сука, он не успокаивается. О, да твое, отвали! Что за прикол? Да я вижу, что сзади. Понимаете, паровоз, мне в грязь попало. Просто псих. Люблю-ка, чисто. Был прикол, если бы реально что-то в глаз попадало в этот момент. Эй, Сиджей, слева. Раз мы тут не проезжали, я просто спустил ложки и расплавил, ладно? Может, здесь замолвишь перед этим взять словечко, нас отпустят в освояси. Здорово, братан. Кстати, мы уже практически в Гоумстрим. Сиджей, прикрывай тейл. О, подстрелили. Я удивляюсь, как я на контроллере, на консоли все-таки могу проходить ту миссию. Вот черт, дорога перекрыта. Калаш заклинило! Нафиг, я прорываюсь. Сиджей, впереди полицейская машина. По лицу Заза, и какого хрена? Слишком низко, ты нас угробишь. А где? Сдай назад, хрен с два, я буду прорываться. Чувак, мы умрем! Вот дерьмо! Тормози, паровоз! Тормози, ай, ай!
Я не помню, как это было. Я не знаю, как это проходили. Я вообще не помню ничего из этого, но это охуенная игра. Слушай, Vice City сосет, как GTA 3 по сравнению с вот этим вот. Ну, блин, будешь рассказывать за пару косяков. Чувак, а чё ты охренел? Оу! Нахрен, надо болеть. Слушай, игра на самом деле, Райдер прав, надо разъясниться позже. Это 2004 год, если, ну, пятый, окей. 2005 год, это охуенно. Но для того времени это прорыв. Серьезно, для того времени, да и сейчас это классно выглядит. Ну, понятно, графика, все дела, даже в ремастере это выглядит угловато. Но, само по себе, это, в это очень классно играет. Ну, кстати, прорисовка нормальная такая, прорисовку улучшили. Многие вообще жалуются, что типа, ой, в игре нет вот той самой дымки, которая была раньше, и вот было так хорошо, когда дымка была. Да не было ничего хорошего. Чего хорошего было, когда у тебя замылен экран? Что там хорошего? То, что ты не видишь ничего? Я думаю, сейчас надо будет сбежать куда-то, уехать. Наверняка будет такое здание, что, типа нужно в Сан-Фьеро мне сбежать. Или типа того. Так что, чувак, все, Баллас, вываливайся из машины. Это моя машина. Полицейского насрать. Видишь, он проехал ему. Ай, блин, здоровья нет, надо тыкать. Орлы, а серия тоже подходит к кинцу. И мы с вами вместе в следующей, которая будет скоро. Возможно, даже сегодня, когда вы смотрите эту. Я просто, я говорю, я хочу пройти как можно быстрее. Но немножко вот задержался. Не получилось так быстро, как хотелось бы. Опять шины. Но миссия, так она мне понравилась. Так хорошо было. Я уже забыл, что Сан Андреас такая классная игра. Серьезно. Ну, то они в пятой части сделали идеально. То есть, если еще четвертую нудновато была местами, то они в пятой довели до ума и добавили просто все топовые миссии. Если посмотреть, то все это уже было. Ну ладно, все, всем пока. Давайте я пойду до следующей серии.